снаряду следовало бы у тебя поучиться. База на той стороне моста. Не атакуй. Я на месте. Где этот сукин сын? Без понятия. Тебе придется обыскать здание. Будь осторожен, эта территория серьезно охраняется. Этот ублюдок где-то еще. Здесь ничего нет. Загляни в здание на холме. Понял тебя, спасибо. Даже не думай о том, чтобы выдать себя. Где-то еще. Цель вижу, но выстрел невозможен. Он уходит. Придется идти через лагерь с боем. Действуй по обстановке. Мы начинаем атаку. Попробуем отрезать ему путь. Вперед! Вперед! Достал его! Прямое попадание! Давайте там активнее, он идет к вам!
Давай скорее за баранку, я займусь пулеметом. Бритва 6-4 был освобожден лидером повстанцев, который называет себя Эль-Техон. Он сообщил Бритве 6-4, что данные могут содержать координаты урановой шахты, где заставляют работать местное население. Сержант Уэллс и отряд повстанцев преследуют агента Родригеса, стремясь вернуть украденные им данные. Давай быстрее! Нужно поймать этого засранца! Кончено. Давай сюда диск и без глупостей. Успокойся, успокойся, ладно? Вот, бери. Положи на землю и отойди. Быстро. Вот, забирай. Агент Родригес мертв. Данные в безопасности. Но анализ показал, что некоторой информации не хватает. Эль-Техон указал лагерь противника, где находятся недостающие данные. После оказания медпомощи ОНИВО, группа Альфа-9 снова выходит на задание вместе. Мы на месте. Я выберу место и проведу тебя через базу. Веди себя тише и не попадайся на глаза никому. Там внутри целая армия. Ладно, пошли. Рад снова с тобой работать. Да, приятель, я тоже.
части лагеря. Если тебе придется применять силу, действуй быстро и наверняка. Один выстрел, один труп. Видишь сторожевую вышку прямо по курсу? Двигайся туда и сними врага, прежде чем идти дальше. Отличное попадание. Ложись на брюхо и заползай под вышку. Двигайся через здание. Снаружи все чисто, но внутри тебе придется быть осторожнее. Даже не думай про стрельбу. Снаружи дома две мишени. Выбери одного себе, а вторым займусь я. Двигайся через здание. Снаружи все чисто, но внутри тебе придется быть осторожнее. Даже не думай про стрельбу. Выбери одного себе, а вторым займусь я. Отлично. Теперь выбирайся на ту крышу. ¿Has visto a la chica de Vázquez? Qué par de piernas. Diablo, sí. Qué suerte tiene el general. Yo no lo llamaría suerte, porque es lo que tienen el poder y el dinero. En esas aguas yo no me metería. Te aconsejo que tú tampoco. Quizá tengas razón. Qué buen tiempo hace. Sí, muy bueno. ¿Tienes el paquete? Sí, lo recogí ayer. Bien. Пропусти их, потом двигайся в здание a las 9 часов. Не шуми и не подходи к окнам. Не атакуй против.
противника. Обойди стрелковый рубеж. Мы уже почти на месте. Пролезаем дыру в ограде. Хорошо идешь. Еще метров 70 на 11 часов. Внимание! Периметр патрулируется. Как только охранник зайдет за угол, ты входишь. Часа. Убери его. Неплохо стреляешь. Перебирайся на другую сторону труб и сиди тихо. Ой, no, ya estoy ocupada. Y yo le digo, vamos, nena, acá solo te ocupo yo. Spokojna. ¿Te imaginas la cara que puso? ¿Cómo te miraría? Ya te digo, ¿conoces a su hermana? ¿Tiene una hermana? Deberías traerla por aquí un día. Te diré. Los presentas y me das un paquete de cigarrillos. ¿Qué me dices? Bien, trato hecho. Прыгай на ту крышу и выбирайся так же, как пришел под башней. Данные захвачены. Ими занимается разведка. Находясь в лагере противника, группа заметила Эрнеста Салазара, верного советника генерала Васкеза. Его ликвидация нанесет удар по боевому духу врага. Бритва 6-4 и Альфа-9 должны отправиться через территорию врага на точку под кодовым названием Контроль 2-8 и уничтожить Салазара. Альфа-9, я на позиции, как поняли. Понял тебя, Бритва 6-4. Я передвигаюсь по крышам в поисках обзорной позиции. Escucha. No. Escúchame tú. No lo sabía. ¿Cómo ibas a verlo? No, противник в секторе. Не приближайся к уступам, будь тише, и все будет в порядке. Так точно, мама 2. Двигаемся. Para creerte esa mierda. Окей, tranquilo. Yo sí. Sí, estoy muy tranquilo. Llámame cuando llegues ahí. No, voy a colgar. ¿Qué? Hablaremos de esto luego. No. Sí. Sí. Escucha. No. Escúchame tú. No lo sabía. Альфа-9, у меня тут несколько противников. Ты их видишь? Вижу. Сейчас я выдам тебе цели. Стреляй только по указанию. Повторяю, стреляй только по обозначенным целям. Нейтрализуй противников на крышах, прежде чем двигаться дальше. Зеленый свет! Стреляй на поражение! Неплохо! Можешь работать. Отлично! Окей, все чисто. Двигайся дальше. Я тоже меняю позицию. Принято, выдвигаюсь.
Альфа-9, я у моста вижу несколько целей. Жду указаний для стрельбы. Почти готово. На крышах все чисто. Можешь двигаться дальше. Вижу противника. Сейчас обозначу цели. Принято. Еще противник. Разберись с ним. Хорошо проделано. Вот еще противник. Действуй. Подтверждаю убийство. Можешь работать. Отлично. Путь чист. Двигайся дальше. Принято, двигаюсь. Я прошел город, двигаюсь на север к точке контроль 5-2. Хорошая работа. Продолжай перемещение. На наших снимках видно, что у этого поста остановилась лодка со снаряжением. Поищи там взрывчатку, чтобы обеспечить отход. Слышу, Мама-2. Выдвигаемся. Отставить. Не вижу целей. Тебе придется разбираться самому. Отставить. Не вижу целей. Тебе придется разбираться самому. Мины, пластид, гранаты и патроны. Все это мне пригодится, когда станет жарко. Установи мины на случай погони. Воспользуйся веревкой и заберись на дерево. Оттуда обзор будет получше. Принято. Я займусь этим. На позиции. Вижу деревню целиком. Тебе придется вести меня через сектор до церкви. Понял. Обозначаю цели. Можешь работать. Враг готов. Всем отрядам, прерываем операцию. Повторяю, прерываем операцию. Немедленная эвакуация. Понял. Обозначаю цели.
Зеленый свет. Стреляй на поражение. Хороший выстрел. Не теряй концентрации. Можешь работать. Враг готов. Всем отрядам, прерываем операцию. Повторяю, прерываем операцию. Немедленная эвакуация. Понял. Обозначаю цели. Зеленый свет. Стреляй на поражение. Хороший выстрел. Не теряй концентрации. Можешь работать. Враг готов. Всем отрядам, прерываем операцию. Повторяю, прерываем операцию. Немедленная эвакуация. Понял. Обозначаю цели. Вот еще противник. Действуй! Враг готов. Можешь работать. Неплохо. Зеленый свет. Стреляй на поражение. Хороший выстрел. Не теряй концентрации. Тебе нужно... Всем отрядом. Прерываем операцию. Повторяю. Тихо и спокойно. Понял. Обозначаю цели. Вот еще противник. Действуй! Враг готов. Можешь работать. Неплохо. Зеленый свет. Стреляй на поражение. Хороший выстрел. Не теряй концентрации. Тебе нужно двигаться дальше. Продолжай. Можешь работать. Тихо и спокойно. Враг готов. Спасибо, Альфа-9, я на позиции. Жду дальнейших указаний. Черт, я плохо вижу шоссе. У нас всего несколько минут на опознание и устранение Савазара. Не проблема, Бритва 6-4. Я тебе его обозначу. 30 секунд до появления цели. На позицию, Бритва 6-4. Цель приближается. Готов. Жду команды. Цель в секторе. Можешь работать. Вижу цель. Сейчас все будет готово. Можешь работать. Салазар ликвидирован. Повторяю, Салазар ликвидирован. Можно сваливать отсюда. Давай быстрее. К твоей позиции приближается группа противника с северо-востока. Я выведу тебя в безопасное место. Ясно. Я уже иду. Пошевеливайся. Не останавливайся, Альфа-9. Тебе нужно достичь моста. Сворачивай налево от дороги через холм. Быстрее. Салазар ликвидирован. Повторяю, Салазар ликвидирован. Можно сваливать отсюда. Давай быстрее. К твоей позиции приближается группа противника с северо-востока. Я выведу тебя в безопасное место. Ясно. Я уже иду. Не останавливайся, Альфа-9. Тебе нужно достичь моста.
Пошевеливайся. Сворачивай налево от дороги через холм. Быстрее. Так, походу ты оторвался. Отличная работа, Альфа-9. Сейчас тебе не нужно вступать в бой. Поднимись по реке, чтобы не попадаться охранникам. Так точно. Выдвигаюсь. Buena arma, pero yo soy más del AK. Siempre se comporta. Di lo que quieras. Установи заряд около пещеры. Перекроешь путь навсегда. Принято. Уже выдвигаюсь. Siempre que esté limpito. Buena suerte para limpiarlo cada 20 minutos en combate. Заряды установлены. Двигаюсь к точке эвакуации. Давно пора, Альфа-9. Я тут уже почти соскучился. Альфа-9, двигайся к точке эвакуации. Почти готово. Подтверждаю уничтожение цели. О, Нил, господи, ты чего так долго? Эрнесто Салазар мертв. Тем временем данные расшифрованы. Стало ясно, что секретная урановая шахта находится в глубине джунглей Исла Труэна. Она не представляла бы особой угрозы, если бы там не добывалась крайне специфическая руда. Наиболее опасная разновидность урана-235, которая может быть доведена до оружейного уровня с минимальными затратами энергии и технических средств. Дельта-3 получила задание угнать армейский грузовик
и проникнуть в охраняемый шахтовый комплекс. Бритва 6-4 поддержит их снайперским огнем. Бритва 6-4, это Мама-2, прием. Поднимайся на уступ. Позиции прямо у тебя над головой. Шагай осторожнее.